«Война и мир», том 1, часть 3, глава 16, краткое содержание. Кутузова ранит в щеку, а войско начинает бежать. Болконский берет знамя и ведет в наступление солдат. И тут он почувствовал боль и стал падать. Его ранили. «Что это? Я падаю? У меня ноги подкашиваются», – подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал», – подумал князь Андрей. «Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как с обозленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так, как ползут облака по этому высокому бесконечному небу». Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.